Жуковского, я сделала три круга, все парковки заняты. У меня ребенок уже сидит в школе, ждет меня сам. Мне учитель звонит, когда вы заберете. Я говорю, ну негде мне поставить машину. Я в карман ее засунуть не могу. Три круга сделала. По Еврейской, проспект Мира, Первый гимназии, Жуковского. И вот так вот три круга. Хорошо, обратите внимание. Ну вот скажите, вот я еду с работы, да, в пробке, три круга купляю, мне учитель звонит. Он говорит, я вынуждена его оставить одного в коридоре, потому что я ухожу. Лагерь у нас до 4, час 5, я его забрала. Я уже говорю, хорошо сейчас, я еще ставила аварийки, но у меня аккумулятор слабый. Я выключила аварийки только потому, что я все переживала, что за 10 минут, которые я приду, я ее не заведу, и меня будут вызывать рекламу. Приведите, пожалуйста, ваши документы. Скажите, пожалуйста, что вы планируете предпринимать? Данной женщине будет выписано постановление с нарушением правил дорожного движения, а именно часть 2, часть 3, 122 административного кодекса Украины, правопорушен. По правилам дорожного движения это пункт 15.9, часть Б. Представьтесь, пожалуйста. Лейтенант полиции Синяков, перевороточный 4-й батальон. Спасибо.